Ума Турман рассказала, как ее изнасиловали в 16 лет. По словам голливудской актрисы, инцидент произошел с ней в самом начале кинокарьеры, когда ей было 16 лет. К половому акту ее принудил 20-летний актер. Актриса Ума Турман призналась, что будучи 16-летней начинающей актрисой, она подверглась изнасилованию, пишет The New York Times. К половому акту Турман принудил 20-летний актер, с которым она познакомилась в клубе. «Я пытался сказать «нет», я плакала, я делала все, что могла. Он сказал мне, что дверь заперта, но я не смогла подбежать и дернуть ручку», — рассказала она. Ранее сообщалось, что актера Стивена Сигала обвинили в изнасиловании, соответствующее заявление на него подала в полицию актриса Регина Симмонс. Подписывайтесь на наш канал в Telegram. По материалам сайта News.com.